picture this. I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch a baby bear in his shit. Give me lip. I'ma send you to the yard. Get a stick. Make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack. I ain't lying. Kick a lion in this crack. I'm the shit. I will fall off in your crib. Take a shit. Hit your mama on the booty. Kick your dog. Fuck your bitch. That boy dressed up like he's down on every friggin' movies. Fuck out of here. Финальная вицегонка сегодня вечером будет. Сейчас медиа-дин закончится, пойдем отдохнем и вечером будем гонять последний килограмм. Особо ничем не отличается. Просто когда я в АК тренируюсь, бывает уже, если я уже в АК тренируюсь, значит я прилетел сюда другое. Более сфокусированный бывает, потому что ты знаешь, там через 8 недель, через 6 недель, или, там, через 9 недель тебе надо драться. Тренировки, дом спать, тренировки, дом спать. А когда я дома тренируюсь, я делаю то же самое, только еще какие-то дела бывают. Потому что это Дагестан, а здесь Калифорния. Сами убираем, сами готовим, сами стираем, сами моем посуду. Больше. Младшие, конечно, всегда встревают, но и старшие тоже делают. Но такого нету. Пришел, там все дали задание одному младшему спать. Каждый за своими вещами, каждый за собой убирает. И там, если надо, кушать приготовить, там, на толпу, например, сами готовим. Такого нету, что... Ну, конечно, у нас закон, если ты младший, ты всегда не прав. Такой закон тоже присутствует, но... А так, в основном все сами, потому что все ребята, они уже с детства, да, там, я, и Умар, и Ислам, и Абубакер, и Зубайр. Можно сказать, мы все постоянно ездим по сборам, это уже не первый день, уже сколько лет, и самостоятельно. He's not small guy. Max is not small guy, you know. Even 145 is bigger than everybody. And right now, he's big guy. He have to cut more than me. And tomorrow morning, we'll see. 2 days before fight, and belt is so close, you know. I never been so close like this with real belt. Never, you know. And I hope God has planned I become UFC lightweight champion. When I go back, inshallah, with belt, I'm gonna make 1 month off. I wanna a little bit relax because I'm inside the training camp since September. Because September I come back, December I fight, January I'm a little bit relaxed, February, March, April now. You know, and after I wanna make like big tour in Russia and show for young generations and talk with young generation. You know, like how you can become champion and show UFC belt. You know, so I think it's gonna be very interesting for young generation watch this belt. Отлично, настрой боевой, а в субботу мы сотворим историю. Я наблюдал с детства, какой тяжелый путь он прошел, травмы, другие лишения. Будем болеть за него в этом самом важном бою в его жизни. И поезд должен, иншаллах, Дагестан приехать. Надеюсь, завтра он докажет и покажет, на что он способен. Пойдем на взвешивание. Ислам, вон. Не будет такое. Лучше с другого кого-нибудь поставить. Ладно, по-любому будет, но кого-нибудь другого поставить. Петиса не варят, что ли? Сейчас будет пробовать, по-моему, ставить. Петиса не варят, да? Сейчас кого-то поставят из них. А, я не знаю, да. Что будем драться. Можете посмотреть здесь. Пришло очень много людей на взвешивание. И почувствовал, все здесь кричат Хабиб там. Я думаю, большинство здесь фанатов Хабиба. И, конечно, для любого бойца поддержка очень важна. Я думаю, и в связи с
последними событиями очень много бойцов травмировалось. Тони ушел, Макс Холлоуэй не сделал вес. Потом говорили сразу после того, что Петис будет. Петис тоже попросил слишком много денег. И вот дали последнего соперника. Надеемся, с ним все будет хорошо. Имеем огромное уважение к этому парню. Он спас этот турнир. А для нас, мы, как мы говорили и будем говорить, для нас не важно, с кем драться, главное драться за пояс. И поэтому мы готовы, мы здесь. Time, been 4 years, ACL surgery, meniscus, broken ribs, but today is going to be very different. I believe that we will get a finish, second or third round, and we'll be undisputed, undefeated, greatest pound for pound fighters ever, Khabib Nurmagomedov, lightweight champ. Let's do this. We'll go to Dagestan, get built at Dumanab. Father and everybody be happy. Hard work. Pay off. A lot of drama this week. They can't break us. They can't beat us. We are unbreakable. Only one person can break us. Allah. Allahu Akbar. Вот и настал момент. Для меня, не знаю, моей карьеры это самый мой любимый момент, можно сказать, когда уже все. Приходишь в раздевалку, осталось где-то там час до боя. Разогреваешься и уходишь на бой. Вся подготовка, все позади. А ибо осталось где-то 2 часа где-то до боя. Все готовы, Хаиб готов, чувствует себя хорошо. Ждите. Мы здесь сейчас. Абитури сейчас переоденется, начнем разминку. Через пару боев, иншаллах, выход на Хаиба. Иншаллах, мы сделаем. Сегодня очень важная ночь для нас, для всех России, для всех нас. Иншаллах, мы приедем с поясом, прилетим домой. Хабиб-тайм. Папаха-тайм. Папаха-тайм, да. Коуч. Yes. Why are you laughing? It's video. Do you like this? Do you have like this? I'll have that. Have you trained your papa? Huh? Do you Let's go, DC! Fuck this guy, nothing worse. Make him tired in the ground. Make him tired. And make him tired stand up. But he is fine. Mike Connell's tough. Habib, good luck. Thank you. What's up, brother? Good. See, you look like you're losing weight. Yeah. Good luck, man. All right? Good luck. Almost time. Things to go out there and become the champ. Ford belt, I think, you know?
big deal, big night for him, his family, and the team. So I'm excited, man. I'm excited. Как вы все знаете, 3-4 бойца поменяли за последнюю неделю, но это не помешало, не помешает. Самое главное, Хабиб дерется за настоящий пояс. Это самое главное. Он выйдет, свое дело делает. Так что ждите, иншаллах, он выиграет. The day has finally come. You can tell the first time I seen Khabib come to AK. He had just a different vibe. You know, he wanted it more. He was hungry. Always competitive, always on it. I'm excited. It's a long time coming, way overdue. About to see something great. Если она ее вырубит, третий матч им сделает. Почему? Значит, интересно, обе нокаута и третий бой. Там не умерли, что ли? Там нету нормальных жизни. Каролина есть, все. И там бразильки, бразильянка тоже есть. You got mouthpiece? Okay. All right, Khabib, let's go, it's your time! Let's go! King, Allahu Akbar. Oh, let me see that belt. Great, pound for pound, number one. Hey. Assalamu alaikum. Магомеды, мне тоже плюс, плюс. Сегодня заслужил я? Нормально, конечно. Сегодня все заслужили. Салам алейкум. Чуть-чуть застоялся.
Нормально, да. Все было. No more jab. You said no more jab. Barca, brate, he Ali. He Ali. And he finally got it. 2012. Here we are. 2018. And now he has the belt. Пока эмоции переполняют. Завтра уже вылетаем домой. Я знаю, что все уже заждались. Заждались уже много лет, ждали этого пояса. И вот этот день настал. Даже не могу описать даже свои чувства. Всех поздравляю, дагестанцев, всех поясом. Дай Аллах, что вам, ну, мое личное этот, пожелание ему 4 раза, чтобы защитил 30-0 и ушел на пенсию. Не знаю, что сказать, у меня такая, такая радость. Такое или такая бывает? А, Ислам? Такое или такая бывает? Такая радость на душе. Даже не могу ее описать. UFC. Все закончилось. Алхамдулилля. Сейчас вот вещи упаковали. Едем домой. Травм нету. Чуть-чуть царапины с лица. Все хорошо, как вы сами видите. Хотел 5 раундов подраться. Подрался 5 раундов, столько всего пройдено, столько всего за эту неделю пережили. Алхамдулилля, все хорошо. Большое спасибо, что оставались вместе, рядом, поддерживали. И надеюсь, что наши видеоблоги хоть кому-то принесут пользу. Иншаллах, в следующий раз еще раз увидимся. Салам алейкум всем. Вот же он, пояс, и я. Здесь город. Ястреб, Шамбал, Салам алейкум.